27 октября глава республики провел рабочее совещание с министром ЖКХ Сергеем Наумцом и генеральным директором госконцерна «Донбассгаз» Сергеем Филипповым. Также на рабочем совещании главой республики поднимался вопрос подачи горячей воды в квартиры дончан и другие города. Когда вы выключили донецкие горячие? С 12 числа месяца топлива. То есть сегодня уже... Позавчера воды еще не было. Вы имеете в виду в связи с падением газа? Да, сегодня днем выключали. Так, жилищный фонд. По жилищному фонду из 12 325 домов с центральным отоплением получают теплоноситель 11 834 дома, что составляет 96%. Остаются проблемы по ремонту внутридомовой системы отопления в городах Дебальцево, город Белоразмородный, Углегорск, Донецк, вот три города. Дебальцево на сегодняшний день 43 жилых дома уже получают тепло. До 10 числа, допустим, всех 152 дома. Сергей Сергеевич, смотрите, в Донецке 102 жилых дома. Я думаю, что вам будет необходимо все-таки связаться, вызвать себе главу Донецка, поставить четкую задачу, чтобы с вашего министерства снять нагрузку силами города. Это эти дома привести в эксплуатацию по отоплению. Срок выполнения до следующего вторника. А эти силы бросить на Дебальцево и Углегорск. 52 в Углегорске жилых дома, 43 жилых дома у Дебальцево. Плюс 110 домов, которые будут ведутся работы. Давайте, наверное, собирайте еще раз я главу, пускай выделят дополнительные бригады, чтобы в течение 10 дней из этих двух городов было сделано. Это необходимо, чтобы люди нормально смотрели сезон зимний. Кроме того, на совещании обсуждались вопросы готовности ЖКХ Донецка к зиме. Так, снеговочной техники. Это то, как в осенне-зимний период доложить. На данный момент подготовлено 143 единицы. В некоторых городах и районах существуют проблемы подготовки, связанные с тем, что техника пострадала за проведение боевых действий. Дополнительно привлечено еще 46 единиц спецтехники. Минстроем были направлены письма на глав городов и районов с рекомендациями в качестве заготовки посыпочного материала для нормированного отсева. Сергей Сергеевич, смотри, что надо сделать. Вызывайся, встречайся с министром транспорта, определите количество техники, которое подлежит постановлению в срочном порядке. И поручай министру транспорта, наверное, чтобы он подключался к постановлению на снегу облачной техники. Это его ведомство, ему легче будет найти запчасти, отремонтировать те вещи, которые, может, тебе по специфике твоей работы невозможно будет сделать. Дмитрий Зиньковский, Виталий Чех, специально для Новороссия ТВ.